10 команд, 10 дней. В Ивановской спортивной школе номер 3 за золото первенства страны борются сборные по волейболу среди команд девушек 2004-2005 года рождения. На предварительном этапе ивановские спортсменки идут без поражений. За плечами 4 победы над сборной Тульской, Калужской, Рязанской и Липецкой области. Традиционно первенство России по волейболу проводится на территории нашей школы. Мы очень рады принимать гостей. В этот раз приехало у нас 10 команд. И основными кандидатами на победу, наверное, является в том числе и наша команда, команда Воронежской области, Московской области. За выход в финал ивановские волейболистки играют с москвичками. Хозяева поля в синих майках, гости в белых. Начало довольно уверенное. Наши спортсменки одержали верх в первых двух партиях. После, видимо, расслабились и уступили соперницам несколько очков. По итогам трех партий счет 2-1 в нашу пользу. Чтобы рассчитывать на победу, москвички не должны пропускать ни одной атаки. Впрочем, упорство и слаженная игра ивановских девушек сделали четвертый сет финальным. 25-е очко в нашу пользу. Свисток. Победа. Ивановские спортсменки вышли в финал турнира. Я думаю, что настроены были очень хорошо, проявили себя нападающие наши и все-таки смогли переломить непростой поединок после нашей проигрыша в третьей партии. Вели 2-0 и достаточно легко выиграли первую и вторую партию. Вероятно, было какое-то расслабление, нарушение концентрации внимания, и поэтому мы не смогли победить. Тренер ивановской сборной отмечает, что победа над москвичками далась нелегко, противник очень сильный. Теперь в финале наша команда встретится со спортсменками из Воронежской области. Хозяева рассчитывают только на победу. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.